Здрасте, всем здрасте, здрасте, здрасте. Сегодня обзор мода, который называется BMW 3 серия E92. Сегодня на стриме попросили его сделать, и я только с удовольствием посмотрю. Сказали, очень прям крутой, прям сверхъестественный и так далее. Давайте смотреть, что это у нас за чудо-техника такая. Сопоставляется вот так вот, обычно, без всяких проблем. Выглядит круто, симпатично, не спорю. По кабине, одна кабина, по шасси. Ясно, ничем не поменялось. По двигателям 272, по трансмиссии 6 передач, по интерьеру. Прикольный, обычный, своеобразный, интересный интерьер. По здесь у нас все меняется. Пожалуйста, на цвет, как говорится, и вкус. По аксессуарам их достаточно очень мало. Не считая того, что мы можем только решетку поменять. И сзади фары. И все. По внутрям. Внутри руль меняется, плюс вот эта плеточка. И все. Больше ничего нету. Принимаем, смотрим. Говорят, прям самый крутой и так далее. Мне очень интересно посмотреть по анимациям. Если по анимациям нету, то можно свои слова обратно взять назад и сказать, что это не самый прям крутой из модов. А я надеюсь, что самый крутой будет ли. Не факт, но будет, возможно. Слушаем звук. Звук уже понятно чей. Объяснять не надо. Стоп-сигнал у нас нету. Поворотников у нас нету. Анимации нету, дворников нету. Стекла у нас нема. И просто интересно задается вопрос, а нахрена вы такой вот этот мод выставляете, если вообще ничего нету? Стоп, может быть, у меня стоит на этом? Я здесь грешу на мод? Нет, клавиатура, все у меня. Допустим, по настройкам, посмотрим по клавишам. Так. Так, торможение. Вот, правый. Вот. X и да, все верно, у меня все стоит. Самое основное. У нас даже ничего нету. И как можно объяснять, что это самый крутой мод? Нет. Ни в коем случае не хочу это говорить. Потому что это реально ничего у него нету. Ничего. Ни одной анимации, к сожалению, нету. Звук обычный, простой, понятно уже весь используется уже везде этот звук. На Виктории Форде использовался, на Тафасе использовался, на везде он использовался этот звук, везде. Что в 38, что в 39, что в 40. И не надеюсь, еще будет 41 использоваться по-любому. Вот. Хотя здесь у нас показывают. Хотя она здесь все показывает. Почему снаружи не показывает, не знаю. С вами канал 24. Все, пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о канале 24. И, в принципе, в целом я хочу сказать, что модик нормальный, но по анимациям просто тупо ноль. Ничего нет у него. Пока-пока.